Фотографии, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять. Кажется, что эта лодка левитирует, но на самом деле здесь тень, которая просто создает такую иллюзию. Здесь кажется, что снег летает в воздухе, но на самом деле это замерзшее озеро. И все, что находится снизу, это просто отражение. А это выглядит, как будто это отверстие в другое измерение. А на самом деле это трещина во льду, которая отражает небо. Вы можете подумать, что это торнадо, но нет. Присмотритесь, это всего лишь стая птиц. А здесь мужчина вымыл свою машину настолько хорошо, что она кажется невидимой. Фразы, которые нельзя говорить Сири. 0 поделить на 0 на английском языке. Число 109. Кто такая Каруна? Что было бы, если бы не было школы? Ты бы не смог сложить ни одной цифры и даже не смог бы ничего сказать. Ты бы не познакомился с классными ребятами и тебе было бы очень скучно. Ты бы не смог фотошопить учителей и смеяться над ними. Что ты больше всего любишь в школе? Напиши в комментариях. Если ты увидишь такое дерево, срочно беги от него. На этих деревьях находятся тысячи пауков, которые очень хорошо умеют прыгать. А очень многие люди боятся пауков. Если ты не хочешь неприятностей, чтобы пауки облепили твое тело, не подходи к таким деревьям. Что будет, если наступить на морского ската? Сами по себе скаты, в принципе, не очень опасны. И они живут в песке. Но если ты случайно наступил на ската, то в принципе ничего не произойдет, а делаешься легким испугом. Но если ты наступил на его крылья, то скорее всего его хвост вонзится в твою ногу. Ты часто ездишь на море? Пиши в комментариях.